Фольклорная мелодия, красочная оркестровка, адресующая к Петрушке Стравинского. Русская увертюра была написана Прокофьевым в 1936 году. Спустя 80 лет впервые обрела балетную форму под руководством хореографа Максима Петрова. Одноактовый балет литературного сюжета не имеет. Постановщик изобразил некое тридесятое царство. Здесь всегда пир горой и светит солнце. Сложность была в том, что очень сложная музыка. Очень разнообразная. Она постоянно как будто бы переключает эти каналы по телевизору. Постоянно меняется размер. Две четверти, три четверти. Это очень сложно считать. Не сколько для меня, сколько для артиста. Потому что им нужно запомнить хореографию, какое движение, на какой счет. И это было самым сложным в этом балете. Это можно сравнить, наверное, в какой-то степени с «Весной священной» Стравинского. Очень сложная музыка, очень сложный счет, но только это Прокофьев. Еще одна балетная премьера – скрипичный концерт номер 2 Прокофьева. Композицию автор писал в Париже, Воронеже, Баку, впервые представил в Мадриде. Музыку русского классика на балетные пуанты хореограф Антон Пименов поставил также с помощью интернационального языка. Его постановка – балетная неоклассика. Это не то чтобы борьба, это, скажем так, был поиск. Чтобы хореография ни в коем случае не ломала музыкальный текст в первую очередь. И только лишь это. Следовать музыкальному тексту, хореографически его правильно визуализировать. Визуализировали Прокофьева не только с помощью танца, но и с помощью художественного оформления. Дизайнеры для каждой постановки создали уникальные занавесы. Для скрипичного концерта отправным пунктом стали полотна американских абстрактных экспрессионистов. Для русской увертюры – эскизы авангардистов Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, художников русских сезонов Дягилева, где Прокофьев дебютировал и вырос как композитор балетов. Николай Корнеев, Вячеслав Шевяков, Live 78.